Всем доброе утро. Я только проснулась, поэтому встретимся с вами чуть позже. Все, господи, меня прикрыл мой фотоаппарат, потому что, ну, утром выгляжу я не очень. Да, девочки. ББ. Так мы как-то вместились в маленький багажник. Мы уже приехали. Я блогер. Тачка. Добрая собака. Собакин. На этой камере хорошая стабилизация, кстати, ребят. Давай проверим. Давай. Подожди, сейчас с руки вылетит их стабилизация. Что за завод? Вы вообще... Я думаю, вы скучали. Нет. Прошлое видео я не снимала, поэтому я не знаю, для меня будет сюрпризом, что меня наснимали, но это было чертовски круто, в море вообще бомба. Я даже воду забыла потрогать, но ничего, я думаю, оно холодное, наверное, ну логично, это же наше море. Тупой вопрос. Вообще, на самом деле, я поняла, что очень сложно быть блогером. Нужно какую-то постоянную мысль в голове держать, которую ты хочешь влить в массу. Ну, надо заплатить, чтобы рекламу получить, правильно? Тебе заплатили вчера 2 евро, дали. В Латвии очень-очень актуальна фирма грузовых машин DAF. Это считается одной из самых популярных машин. Они очень практичны, экономичные, очень быстрые, мощные, классные, сейчас красивые машины. Просто говорю, купишь один раз и будешь ехать просто всю жизнь, как на новой. Реально. Очень рекомендую. Сейчас, кстати, на данный момент у нас в Латвии проходит Пасха католическая. Принято биться яйцами, есть кулички. В принципе, все то же самое, что и православное, чтобы вы поняли. Я думаю, меня будут только вот смотреть, ну не важно. Машина. Вот, видите? Мне нравится это. Вентспилс, круто. Здесь очень круто. Зелено, красиво. Хороший... Дорого-богато. Мы перешли на украинскую мову. Балдёж. Я в рабы записалась, девочки. Так. Как-то там объясняли, по-моему. Ферштейн. Стоп. А. Так, понял. Понял. Прим понял. Да, все. Девочки, я сделала это. Мама задом дает. Экшн.